Здравствуйте, мои дорогие. Походу, это последний танец в этом часу. Какой-то непонятный ветер начался. Я с ума сойти могу. Какие-то микрооблака появились за 5 дней впервые. Да хватит об этом. Пора тусить. Я поражаюсь, как до сих пор еще не села батарейка. С другой стороны, остался, я смотрю, по процентам 1 микропроцентик. Я надеюсь успеть вам пожелать мира, добра и любви, счастья, удачи, успеха. И чтобы в вашей жизни танец был без помехи.
вся жизнь это танец, и пусть ваш танец будет именно таким, каким вы хотите, как вы себе мечтаете. Я вам покажу воду из близоты, если не потеряю последний процент батарейки. Вот так выглядит вода изблизи. Если бы это был iPhone, он бы, конечно, показал вам глубину. И даже растения, которые постепенно начинают выходить наружу. Но, к сожалению, это не iPhone. Поэтому видим мы все совсем под другим углом. Не можем мы видеть того, что вижу я. Но и частично все равно видна вся красота, как на ладони. Еще пройдемся мы вот так вот с камерой вдоль бережка. Тут, короче, видно, что здесь мелко. Все это говорит о том, что это любовь. Только Всевышний мог создать такое истинное наслаждение, как любовь, и все его.